Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. При встрече с определенным мужчиной всегда чувствую напряжение, ком в горле, руки влажные, начинается внутреннее советание определенных мыслей. Что этими ощущениями мне говорит тело? Мужчина мне нравится, с другими такого ощущения нет, а с этим так. Ну, в первую очередь, при определенной симпатии к человеку испытывать подобные чувства вполне нормально, вполне возможно. Вот это связано с тем, как раз таки, что человек вам нравится, и соответственно, то, что вы так себя ощущаете, это как раз таки говорит о том, что он вам нравится. Вот. А с другой стороны, здесь мы можем видеть решение какой-то своей собственной проблемой. То есть очень часто подобные ощущения возникают именно тогда, когда есть попытка решить какую-то свою проблематику. Вот. Ну, например, доказать, допустим, себе или ему, что вы достойны, вот, например, доказать себе и ему, что вы можете, ну, я имею в виду, можете, вот, там, мужчину, да, привлечь. То есть это вот именно такой аспект, на который здесь стоит обратить внимание, а именно какую свою собственную проблему вы пытаетесь решить через этого мужчину. Вот, за счет этого у вас и возникает такое ощущение. То есть это в психологии называется состоянием сверхмотивации. Вот. Когда человек, значит, ну вот, собственно говоря, относится к влюбленности, например, а точнее в влюбленность вкладывает именно вот что-то еще в свое. То есть свою какую-то проблему пытается решить. Вот. Какая-то вот такая вот история, и на мой скромный взгляд, ничего такого страшного в этом нет. Что вы пытаетесь решить проблему за счет мужчины, но лучше, конечно, было бы, если бы вы увидели бы, что за проблему вы решить пытаетесь, какая-то проблема, вот, сняли бы с себя этот груз, вот, сняли бы с себя эту ответственность, вот, перестали бы эту проблему решать.
Вот, и были бы куда более свободны в своих проявлениях по отношению, например, к мужчине. Вот. Ну, если он попадает в ваш образ, мужчина, я имею в виду, если он попадает в ваш образ, то есть, ну, представляет для вас существенный интерес, то, соответственно, тоже может возникать волнение, потому что вам кажется, что это именно вот ваш мужчина, да, которого вы там, например, всю жизнь искали. И вот сейчас, собственно говоря, его нашли. Хотя это, конечно, тоже в какой-то степени иллюзия, потому что, ну, вашего мужчины как такового нет и быть, в принципе, это не может, это иллюзия. Но тем не менее, вы можете так в этом ключе думать. Еще страх быть отверженным, тоже определенным человеком. Вот. То есть, если, ну, вот вы можете бояться быть отверженным, можете бояться отказа, вот, что тоже может быть причиной такого состояния. Особенно, если вы считаете мужчину каким-то вот невероятно прекрасным и так далее. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.